Как быстро и эффективно сбить температуру? Что делать при отравлении? Есть ли польза от прививок? На все вопросы у врачей Григорьевых есть ответы. В их медицинской династии и невропатологи, и акушеры, и врачи скорой помощи. А общий трудовой стаж приближается к отметке в 300 лет. Геннадий Григорьев родился в послевоенное время. Медиков не хватало, а болезнь не считалась уважительной причиной неявки в поле. Его мама работала в колхозе. Из-за тяжелой работы, плохого питания и отсутствия витаминов развился коксартроз – заболевание суставов. Маленькие Гена с сестренкой зарабатывали трудодни и мечтали стать врачами, чтобы помочь маме. Вместе закончили фельдшерскую акушерскую школу в Калаше. Анастасия стала акушеркой и посвятила работе свыше 40 лет. А Геннадий закончил медицинский факультет Казанского института. Тут работал в Янтиковской районной больнице. Туда на практику направили его будущую жену Евдокию Ивановну. Я любила очень сильно медицинскую профессию. Я всегда мечтала стать врачом. Сначала я фельдшером работала, потом врачом. Безотказные мы были. Мы всегда вот бегали, работали, подвижные были в больнице. Не знаю, мне нравится эта профессия. И нравилась всегда. Они вместе переехали в Кугейси и уже не покидали стен центральной больницы. Старший сын стал юристом, а дочь Ирина пошла по стопам родителей. Девочка росла в окружении врачей и с ранних лет знала, зачем нужна зеленка и почему нельзя играть с градусником. Вопрос о выборе профессии фактически не стоял. Я сразу поступила в медицинский факультет Чувашского государственного университета. В 1990 году я его окончила. И в этой больнице уже работаю 24 года. У нас по специальности анестезиолог-реаниматолог. Профессия сложная, требует отдачи энергии, но приносит удовлетворение. В медицину пошли двоюродные сестры Иры, как с маминой, так и с папиной стороны. Даже родной брат женился на враче-акушер-гинекологе. Всего в династии 9 врачей разных специальностей. Трудятся они не только в Чувашии, но и в Ярославле, Москве и даже в Канаде. В семье считают, что любовь к профессии им привил Геннадий Иванович. Медицинская профессия мне саму нравится очень. Так что советую только медицины идти. В Чебоксарской районной больнице династия Григорьевых не единственная, но самая многочисленная. Как отмечает главный врач Владимир Дубов, стать специалистом проще, если есть опыт семьи. Когда есть человек, к которому можно обратиться в трудную минуту, посоветоваться в организационном плане, в административном плане, иногда даже и в лечебном, всегда помогает сделать предоставление медицинской услуги более качественной. Конечно, это здорово. Ну и, во-первых, та атмосфера в семье, она позволяет человеку формировать с самого начала те необходимые навыки и компетенции, которые помогают ему стать очень хорошим доктором. Екатерина Куприна, Алена Алтухова, Олег Якимов, Республика.